Ну, Проверить. давай, допускай. Ну, Сейчас посмотрим, что это такое. Камата, блядь. Камата. Планета Камата. Уебал. Свечка сломалась. Сука. Ну, ждем. Все равно в этот раз приставку не повесит. При попытке ее включить. Набантай на Мокугейбису. Вот это они, главное, не озвучивают. Ебису. А название надо озвучить. Ригерасер. Ну это ж Ридрисер. японцы, блядь. А, то есть это японская игра? Ну, вроде бы Если да. это Бандай. А, все. До тебя Теперь только сейчас дошло. да. Теперь мне все понятно. Риджи. Так, ну. Плей. Ну, понять. Да. Choose your destiny. Блять, я в гонке пришел гонять или экзамен по физике Ну ты сдавать, матан сука. сначала сдай, потом Ну. будешь там свои машинки водить. Тебе надо куда-то Чё, блять, войти. ну. Саяны мото... Xiaomi Чё, ну. Motorsport, чего? Какие-то девки ГП... Так, Xiaomi, Круглые гонки коронавирус. и какие-то освежители воздуха автомобильные. Давай за Это освежитель. масоны ёбаные. Давай за Это освежитель. ёбаные масоны. Давай за освежители воздуха. Давай за елочку. Да. Да. А, это зажимать надо. Ты взял освежитель воздуха. Молодец. Окей. Так, отлично. Залогинился. Блять, английский не понимаю, сука. Найди локацию на карте или попробуй отследить свое местоположение. Давай не будем ничего отслеживать. Find location on map. Так, давай мы короче, в Африке, мы несчастные нигерийцы. Да, вот примерно вот здесь. Да. Или даже вот здесь. Атланты. Куда? Давай вот сюда, мы в море. Мы в Атлантиде, короче, нормально. Игроков из Атлантиды тут... Так, в смысле... Так, в смысле, ёбана? Дереси такой, у меня фокусируется, не успевает, ну ладно. Нет. Ты чё, Эх, ты охуел? сука! Ретрай. Нет. Придется... Да... Дима, нам придется Но... это сделать. Ну, вот мы в Африке. Ну, да. Да ты Да. сука! Проверю, она Wi-Fi включила. Он разве не был включен? Нет, он выключен. Так. Что тебе не нравится? Угу. Значит так. Так, океане. Какой-то кам. Фу, нет, я хотел какой-то кам. О, май. Человек, можно Мисс вертеть? Аргента. Не знаю, видимо, тут все на сенсоре. Играть ты тоже будешь на сенсоре, видимо. Что за... Классно, пролистывайся. Мисс Аргента. Рауна. Йо. Промес. Там что-то было коммунистическое. Давай коммунистическую машину будущего. Синчи. ЕО. Отличное название. Ебой. Давай. Так, что там еще? Синчи. Промесы. Елена. Фаталя. Мифифария. Метелица, короче. Дигистар. Как Дигимон, такой Дигистар. Еволвер. Это радиоуправляемая хрень. Какая-то херня ретровейвовая. Как удобно. А они в курсе, что у нас как бы стики есть? Да, что есть. Наслаждайтесь жижей. У нас Митя покрасивее, что больше понравится. Знаешь, что менее отвратительно, ты бери. Ну, И жми стрелочку. это выглядит по-уёбски, значит, берем это. Давай. Так. Классик. Нет, стой! Так, это X1, это X2. А, типа дальше по экрану вот на эти, на крутке повесить, да, типа? Нет, это нейтра.
Так вот, взял и хуячишь. Нет, ну ты сейчас как перешел на тот экран? Я нажал на стрелочки. Так, ID-карта. Тут есть несколько типов управления, опять же их надо свайпать. Ебись. Ничего не понятно. Блять. Возьми какой-то просто тупый по рандому. Короче, вот этот вот стандартный мистер Диптис. Кам. Все. Наконец-то мы завершили вход в меню. 5 минут 30 секунд. Нам дали достижение. Это достойно достижения. Редактор персонажа в гоночной игре. Блять, нам и новости какие-то показывают. Где мои катсцены с анимешными бабами? Дима, мы в меню попали. Блять. Я так и знал, что так и будет. Все, давай. Давай, гараж. Сиськи. А чё, они все доступны? А нахрена мы их тогда выбирали? Ладно. Как... Почему навигация вся на сенсоре? Удобно. И оно еще отъезжает. Давай, вон. Давай. Пакман. Ёбаная. Да, как бы... Чё на фоне играет? Какие-то детские песенки? Саймон Сейс? Форд Фокус. Фокус один против одного. По-моему, ты один единственный поехал. Там можно было тебе противнику сказать, ты единый, решил победить сам себя. Что с разрешением? Кажется, разрешение надо будет повысить. Так, ага. Ты видел эту физику? Это все, что надо знать об этой игре. Какая классная физика, да, Тим? Я не понимаю, как в это ездить. Ну, как топор ездит, знаешь, вот примерно так же. Кого нахуй? Что-то на фоне такое играет, прикольно. Смехи, я бэкворд сделал. Лава! Головки. Если бы тут было кольцо, ты его просто... Анальное кольцо бы было. А его типа нет? Ты уверен? А ты проверь. Ну, вот оно. А, да, 240. Нормально. Мы все так ездим. А теперь вторая передача. На вторую с шестой. Ну так, блин, 240, вторая, вот на первую перешли. О, летающая сосиска. А ее можно залезать, пальцем тапнешь, вода сдулась, короче, и летела, как мультика такая, знаешь. Позиция 2 из 2, ты обосрался. 10 минут, идет по мне. Ты видишь это? Такой... Что, а так нельзя, что ли? А что ты хотел? Я хотел ускориться, вон, видишь, нитро, одна полосочка горит. Наверное, надо на экран тапнуть или... Да, ну, говорила, вот на эти кнопки нитро нажимается. Оно не набралось еще полосочка. Оно, наверное, другого цвета будет, синего, скорее всего. Еще два круга. Ну, еще два круга, мы столько не выдержим. А, ну, вон, набралась нитро. Я сру. Что за спецэффекты по краям? А, я понял, она от дрифта набирается. Ты такой дрифтишь, а потом по носам. Офигенно, ты врезался такой. Как на мыле. Только еще хуже. Блять, милый уронил. На випу.
Оба, оба. Дрестуй, дрестуй. А вот, кстати, соперник. Он тебя будет еще час ждать, а потом вот будет немощная битва, ты поверишь в себя и резко его обгонишь. Ура! А потом баба будет ломаться. Ты ей бошку отрежешь. Ну круто же. Бля. Че играет на фоне? Они из Нептуни музыку. Они из Нептуни, по-моему, музыку взяли вообще. Я бы не удивился, знаешь. Бэкварда ебаная. Почему каждый раз, когда дрифт, у него такой звук, как помнишь этот? Да ебаный, блядь. Ебаный ты, блядь. Да вы парни, сука. Он как раз легко упрямляется. Отличие от ВРЦ довольно самого. О, прям вапекс сгрифтил. Молодца. Я все равно не понимаю, что ты говоришь. На самом киргизском. И... нам еще один круг остался. Точно. Новый рекорд. Ура, ты обосрался. Простите, не прощу. А, ты, по-моему, не едешь. Как, куда ехать? Ну ты хотя бы в нормальную сторону едешь, это уже достижение. Я, можно, кажется, его сбить. Я там, кажется, развернулся. И что это было? Что-то. Самое веселое, если тебе сейчас даже финиш не дадут доехать. Типа скажешь, ты все равно будешь последний, лох. Ну типа он уже подъезжает в последний. Mm-hmm. Ну еще издевательски будет, если ты приедешь к финишу, а тебе скажут, пошел нахуй. А, тайм-лимит. Он тут все-таки есть. Тайм-лимит? Да, вон, видишь, внизу. А, то есть ты совсем дебилов. Ага. У тебя нитро есть. Ой, какой ретро-вейв пошел. На фоне реально что-то из никто не играет. Блин, если бы не физика, был бы норм. Но физика. Так, минут 76, это ж... это ёбаная Рено Хаями. Это, короче, от создателей этой же игры есть еще одна гоночная игра, только она более серьезная. Ну тоже с таким анимационным налетом, и там как раз. Ну да, типа, противники постоянно что-то пиздят во время гонки о том, какие они решительные и. Анимешный налет. Да. Бля. Раса, ты там поет, ебаный. Ахуюмба. Ну-ка, что тут у нас есть? Прокачка есть, скиллы какие-то. Нам дали кредитов, нам дали каких-то скиллов. Здесь есть реплей. Угу. Ух ты, можно сохранять. Да, Дим, зачем нам сейф-слоты? Для того, чтобы реплей сохранять. О, это так же на PSP и на PS3. Слоты? Да. А, то есть, типа, данные там пишутся не так, да? Ну-ка, сколько оно весит? Тут даже не описываю, сколько оно весит. 6 минут. Главное, что не 6 часов. Ёба бога, у меня голова закружилась. Все, сбегаем. От этого дипломизма. Как тебе наш новый звук? Белиссимо. Прекрасно, да? Ты хочешь же мы просрать 15 минут на это? Отлично. Там где такой вибратор был. Вот. О, это караоке. Так, нет, мне уже интересно. Я сейчас интернет включу. И серьезно интересно, что это такое. Интервью с топовым гонщиком. Подожди, а что там? Да в смысле, оно обновиться предлагает. Интервью с топовым гонщиком.
А, тут есть медиаплеер. А, то есть это не караоке. Ridge Racer Power Mix. Нет, это как бы японская игра. Я бы не удивился, если бы это было караоке. Тут можно музыку менять в фитплей. Полезная функция. Team Vision. Какое-то телевидение. Да блин. Ну не хочешь мне Connect PSN, потому что старая версия. Я напомню, в гонку играю.